Самая скучная награда грядущего боевого пути «Восход дракона» — это премиумный истребитель танка в ZTL-11. И это не потому, что я в принципе не очень-то люблю эти все колесные ИТ-шки, а просто сами разработчики сделали ее такой скучной. Ну то есть я как бы ничего сверхъестественного не ожидал, конечно, от этого истребителя танков китайского. Но, тем не менее, у нас в боевом пути обычно у танков есть какие-то улучшения, которые нужно прокачивать и которые меняют эту машину в ту или иную сторону, ну или, в принципе, делают ее лучше. Но нет, это не тот самый случай. Внезапно, я не знаю почему, разработчики, видимо, тоже решили забить, типа, и даже не старались, короче, сделать интересной эту ИТ-шку. В общем-то, посмотрев на статью, я сразу заподозрил в чем-то подвох, потому что... История этого танка занимает несколько абзацев, так приличных прям. А описание самой ИТ-шки, они уложились буквально в парочку. Но давайте по порядку и начнем с истории. История, в общем-то, простая, как и эта ИТ-шка. Китайцы захотели себе истребитель танков а-ля Страйкер, американский Страйкер. И сделали ZTL-11. Причем этот ZTL-11 иногда попадается, его иногда называют... ZLT-11, иногда вообще ZTL-09, но вроде как, скорее всего, правильно его называть именно ZTL-11. И в целом эти ZTL-11 расшифровываются как, ну, 11 я не знаю, как расшифровывается, но ZTL расшифровывается как Z, это бронированный, T, истребитель танков, и L, колесный. Разработка началась примерно в 2000 году, в 2006 уже появился прототип, на публике впервые заметили эту машину в 2013, ну и официально представили только в 2015, так что в целом ИТ-шка довольно-таки свежая и информации немного. Несмотря на аббревиатуру бронированный, там в общем-то особо брони-то и нету. 20-30-миллиметровые стальные листы, примерно из этого состоит, так что там максимум тяжелые пулеметы выдерживает. Можно вроде бы как добавить какие-то тонкие композитные пластины, которые увеличат лобовую защиту до 20-миллиметровых автопушек. Однако здесь нету нифига ни ДЗ, ни КАЗа. Есть только дымовые гранаты. И как бы опять же разработчики об этом ни слова не написали. И, значит, мы будем думать о том, что, скорее всего, и в игре там не будет ни ДЗ-шек, ни КАЗа. Самый смак в том, что, как бы, некоторые сейчас, наверное, не обратили внимания на иронию. Типа, ну ладно, ну, на ИТ-шке нету ДЗ и КАЗов. Это будет 9 уровня ИТ-шка. В общем, двигаемся дальше. Вооружение 105-миллиметровое нарезное орудие. Вроде бы как оно будет такое же, примерно, как на... ZTQ-15 у нас есть такая ЛТ-шечка, может быть характеристики только немножко будут отличаться, но в целом, судя по всему, они. В реале есть в снарядах бобсы двух типов, есть кумулятивные снаряды обычные, но с тандемной боевой головкой, и есть еще и ПТУРы. Опять же, в описании, именно в игре, у этой машины по поводу снарядов ни слова не сказано. В целом этот истребитель танков вроде бы как по какой-то информации производился, причем в больших количествах, вроде бы как до 950 машин этого типа стоят вроде как уже на вооружении. Но как бы фишка в чем? Прикол в том, что пока китайцы собирали эту машину, придумывали и клепали, американцы в общем-то уже разочаровались давно в страйкерах и постепенно от этой колесной базы отходят. Но в целом китайцы получили то, что хотели. Это быстрый истребитель танков, который разгоняется до 100 километров, а может даже и плавать со скоростью 5 километров. То есть такая база, которая может неплохо передвигаться по различной местности и имеет, в общем-то, орудие противотанковое. Так что в целом, я так понимаю, они довольны. Ну и теперь перейдем к нашей игре. Что же интересного будет представлять эта ИТ-шка у нас? Классическая, картонная, абсолютно картонная ИТ-шка, которая имеет 8 колес, соответственно, не очень-то иногда ей удобно управлять в каких-то ограниченных пространствах. Защиты здесь, как мы уже выяснили, будет 0. Орудие, ну как у ЛТ-шки, ZTQ-15. И единственное, что
здесь, наверное, из плюсов будет, это довольно-таки базовый неплохой обзор, 400 метров. Ну и, в общем-то, наверное, стандартная для ИТ-шки маскировка в 30%. Никаких тебе улучшений, никаких тебе фишек. В активных способностях старая добрая снайперская стрельба. И, как разработчики в конце написали, мы надеемся, что вам понравится этот танк. Вряд ли. А еще забавно то, что раз это будет прем все-таки 9 уровня, не халям-балям, вполне возможно, что они могут засунуть эту ZTQ как раз-таки в части. То есть мы будем собирать по частям, а не просто на уровне получим ее. И, соответственно, есть вероятность, что большинство игроков просто хер забьют на собирание этой ИТ-шки. Хотя, конечно, не знаю, посмотрим. Я-то в любом случае до коллекции себе ее возьму, какая бы она там ни была. Но это, прям скажем, не самая аппетитная награда боевого пути, хоть и 9 левела. Но объективно, фишки никакой нету, защиты никакой нету, и обычная колесная база с обычным орудием. Что в этой ИТ-шке можно, я даже не знаю, натянуть хорошего, просто вот без понятия. На 9 уровне берем кентавра, у которого есть барабан, и, в общем-то, шлем нахер, в принципе, эту ИТ-шку. Ну, это мое субъективное, опять же, мнение. Возможно, кто-то мечтал об этой ZTL-11, и вот она наконец-таки появилась в игре. Хотя, наверное, если вы не китаец, то это вряд ли. В общем, собственно, на этом все. Будем ждать новостей по следующим машинам в грядущем боевом пути. Этот вопрос мне 100-500 раз уже задавали, и, походу, мне придется отвечать на него еще ближайшие примерно полмесяца. Когда боевой путь? Примерно в июле. Примерно пока такие сроки. На этом у меня все. Не забываем ставить лайкос и подписываться. Всем пока.